За дебош на борту самолета придется заплатить. Аэрофлот смог добиться компенсации ущерба одному из пассажиров, который в пьяном виде хулиганил во время полета. Суд обязал мужчину выплатить 212 тысяч рублей за понесенные авиакомпанией дополнительные расходы. Дебош произошел еще в 2014-м, 25 ноября, во время рейса Москва-Милан. Пассажир из Нижнего Новгорода в изрядном подпитии, прямо скажем, начал вести себя неадекватно. Громко ругался, пререкался с бортпроводниками, проявлял явную агрессию. Никакие уговоры на него не действовали. Чтобы обеспечить другим пассажирам безопасность, командир воздушного судна решил экстренно садиться в Минске. Столица Беларуси как раз по пути была. В аэропорту дебошира задержали местные правоохранители, а рейс, хоть и серьезной задержкой, был продолжен. В сумму штрафа, который суд назначил дебоширу, входит стоимость дополнительного топлива, которое пришлось израсходовать для поездки. И плата за наземное обслуживание в аэропорту Минска. Чего стоит переживание обычных пассажиров, вопрос другой. Кстати, сотрудники Аэрофлота считают, что наказание вышло еще достаточно мягким. Компания выступает за то, чтобы ужесточить меры наказания к хулиганам на борту самолетов. Например, кратно увеличить штрафы или назначать за подобные проступки не административное, а уголовное наказание.